Боже, какая идеальная погода. Только я бегу. Только что. Реально минут 10 назад я встала с кровати. Потому что сегодня я проспала и сейчас бегу на директорскую контрольную. Боюсь, что опоздаю. Капец. Мои ж прогалки у Кати. Просто супер. Ой, тут такая реально идеальная погода. Вот это такое утро ужасное получилось. В общем, буду бежать. Помните, мы говорили, что мы... Вернее, я вчера говорила, что мы скинем мальчику шпаргалки, а он нам потом большую милку. Да-да-да-да. Да. Можем лицо? У меня счастливое лицо. Покажи, как... Лена, она такая новогодняя. Такая прикольная, мне так нравится. Боже, просто... Так, ребята, я сегодня успела везде. Просто я была такая счастлива. Меня, конечно, вообще после того, как я поснимала, вышла на остановку, думаю, надо выглянуть, посмотреть, где находится тральник. Выглядываю, и у меня просто машина вот таким вот снегом, там вся дорога в этом снегу была. Просто так машина вот так полностью меня накрывает. Я уже такая стою расстроена, думаю, может вообще уже никуда не пойти. Короче, я пришла, в итоге еще даже раньше пришла, то есть не опоздала даже. Написала хорошо, думаю. Все, у нас уже пары закончились. И я приехала на Петровку, стою на бесплатную маршрутку на SkyMall. И там еду встречу с мамой, а потом вечером поеду к этому мальчику домой. Заболел. Боже, вы посмотрите, какая красота. Все просто заснежило. Что у меня с экраном? Что он так снимает? Странно. Я тоже фиолетовая? Да? Ну, такая. Нет, вроде. Так, я, короче, приехала уже. Я съездила в SkyMall, приехала, встретилась с мамой, она меня снимает. Мы, короче, зашли на MAP, наконец-то купили перчатки. Я очень давно хотела перчатки, которые вот это для сенсора. Мы пришли, короче, сейчас идем. Это просто красота. Мне так нравится этот дом постоянно. Я прохожу, мне просто нравится вот это дерево, которое там. И оно все так заснежено. Если бы его еще огоньками украсить, вообще просто шикарно. Боже мой, ребята, это такое счастье. Я не видела, что вышло как бы, ну не то, что продолжение кухни, но типа кухня, но отель Элеон. 5 серий уже вышло, значит, у меня просто сейчас супер. Я как раз посмотрю этот сериал, я думаю, успею, потому что тут по 25 минут серии идут. Я посмотрю сейчас все эти 5 серий, пока сделаю все дела. И вечером выйду, заеду через SkyMall и поеду к Андрюше. Может, я его вытащу в SkyMall к себе. Если получится, то я его вытащу, наверное, с собой. Боже, я жду. Сейчас должна уже приехать маршруточка через минут 5. Тут такой снег идет. Жалко, его реально не видно, но он такой красивый. Просто такая сказка. Мне хочется Нового года уже, если честно. Хочу сдать сессию, бегом закрыть и готовиться к Новому году. И каникулы хочу.
Короче, мы с Андреем еще одни взяли мне перчатки, и ему тоже взяли перчатки. Эти намного теплее, так что у меня теперь две пары перчаток. Одни такие слабенькие, а вторые такие тепленькие, хорошие. А еще я понял, что я не кончаю в нигеров. Что? Или нигер. Что? На них тоже не кончаю. Класс. Ты снимаешь? Я сейчас буду сюда бежать и под елку пойду. Заходи! Заходи ко мне домой! Подожди, я дверь открою. Заходи. Угу. А это наш современный дом. У нас мы съехали от родителей, и у нас появился общий дом. Поэтому теперь мы живем в натуральном доме с елки. С елки! Мы, короче, зашли с Андреем в пломбир, чтобы померить вот это. Такой свитер. И у него новогодний, у меня. И шапочки одинаковые. Сейчас будем фоткаться. Ты тоже попа тут. Иди домой, Гатмара. Что это? Это уже плюс 18. У меня тут самый крутой мороз. Короче, пойдем сейчас фоткаться.